А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать зайти и подписаться на канал Мистер Дио. Здесь вы сможете найти прохождение игры Saboteur, Dark Void и многие другие игры. Ссылочка на него в описании, заходите, подписывайтесь. А мы начинаем. Здрасте, здрасте, ну что, ребята, готовы к новой серии? И всем привет, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть на нашем сервере Летняя Авантюра. И что мы будем делать? Я жду нафиг, пока вот, во, наконец-то, прям в ту же секунду железо переплавилось, но, к сожалению, у нас не получился 30 уровень, как я предполагал в предыдущей серии. То есть, я говорил, что, может, со всей этой руды, которая у нас там жарится, плавится, у нас получится 30 уровень, и может я смогу себе зачарить наш меч уже нафиг на 30 уровень. Но, к сожалению, как вы видите, пока что не могу. Поэтому мне кажется, перед тем, как пойти в новый мир, а я собираюсь, ребята, пойти в новый мир, если вы не знали, в мир какой-то, вот эта паскуда нам не даст подойти к ней. И чё-пу-чё... Как они меня бесят нафиг, вот. Нужно создать портал. У нас есть вроде портал, точнее пропуск в тот мир. Все, что нам нужно, это просто-напросто его активировать. Но, как вы видите, нам нужен 30 уровень, потому что я реально хочу 30 уровень. И знаете, что я хочу еще сделать? Опа, хотя нет, не буду я это копать. А может нам... Давайте мы спустимся. А может нам, знаете что? Может нам пойти... у нас еды нету, замечательно. А может нам пойти и сделать еще руны для нашего посоха? А давайте мы как раз его проэкспериментируем. Если честно, я его еще даже ни разу не пробовал. Что это за фиготень вообще? Хреновенько то, что нету этих чукчей, мы еще не сможем убить. Я, если честно, даже не хочу пытаться. Грибы нафиг, которые убивают нас с одного удара. А я не хочу даже туда пойти, у меня нет... А, еду мы же... А, мы же делали... Мы же чистили свой инвентарь, поэтому еда у нас вся вот тут. Опа! Опачки! Так мы же можем еще еду пережарить. И с еды еще уровень достать. Это круто. Так, ладно, давайте, знаете что? Это сюда, это сюда, это сюда. Нам нужно вот это взять. А зачем? А, где блоки? Где блоки? Так, вот они. Смотрите. Это можно вроде куда-то поставить. Я вспомнил, ребята, не кричите. Я вспомнил, как это делается, вот так. Сейчас. Диджей Эдисон. Скучный какой-то диджей, но все же. Сколько у нас там использования осталось? У нас 600 использований, значит, нам 600 рун нужно. Ух, это дофигище будет. Это, мне кажется, дофигище будет. Так... Так, я думаю, вы это слушать не хотите сейчас. Поэтому я вот это все сам постараюсь сделать. Я сейчас еще попытаюсь вот эту всю руду. Не руду, а как эта фигня называется? Ну, не фигня, еда, конечно. Переплавлю всю... Пережарю всю еду. И вот тогда, мне кажется, у нас уже и хватит вот этого всего уровня. Так, смотри, вот это сюда. И давайте я быстренько вернусь. Все, что мне нужно сделать, это вот эти все руны, вот эти все черные фишки переделать в руны. Вы не верите, что я это быстренько сделаю? Ребята, я это сделаю за секунду. Вы не верите? Ну, я смеюсь вам в лицо. Не верите? Ну, смотрите. А перед тем, как... Смотрите, у нас уровень поднимается. Я просто хотел вам показать. Смотрите. Видите, там, где у нас сердечко, 17 уровень. Там потом идет первый уровень, и где вот эти кружочки, пластинки, там идет 4 уровень. Я только что прокачал его, смотрите. Он качается, ну поэтому давайте быстренько это все докачаем. Ну, наконец-то докачал я вот эту фигню, и у нас будет 30 уровень. Да, 30 уровень, круто. Давайте мы сначала пойдем под... Ух ты, гости, мы вас не кли... Не... Это что, кто там бомбанул? У кого там бомбит? Идите. Гости. Мы, если честно, вас даже как-то не звали. Мы вас не звали, гости, но вы пришли. Это не очень хорошо приходить без приглашения, гости. Так, замечательно. Мы еще немного себе... Опа, нифига себе, еще портальчик выпал. А, мы идем поспим. После того, как мы поспим, зачарим тебе меч на 30 уровень. После этого пойдем активируем... пойдем активируем портальчик какой-то новый и потопаем в новый портал. Так,
Где я нафиг заспавнился? Так, что зачарить? Первое дело зачарить. И знаете что? Вот. Так, смотрите, что я хочу проверить. Будет ли вот это работать? Это будет, да, вот это все будет. А будет ли вот... Нет, вот видите, не будет это работать. Сюда только руны знать. А, ну рун поунч. А если я какой-то другой поунч? Поун... Нет. Arrow. А если arrow какой-то поунч, нафиг? Нету тут такого. Нету arrow поунча. То есть, знаете, специальный сундучок для рун, было бы классно, если бы специальный сундучок там для стрелы и другой фиготенья. Мне кажется, было бы намного интересней, но, к сожалению, этого нету. Еду можно сюда поскладывать, можно сюда поскладывать портальчики, можно сюда поскладывать, это сюда. Так, руны у нас много рун. Так, тут больше ничего, ничего, нам нужно взять портальчик. Портальчик, опа, вот так, взяли портальчик и потопали. Сначала, конечно, зачарим наш меч на 30 уровень. Фух. Fire Aspect 2, да. Не очень классное зачарование. Смайт 4, кнокбэк более-менее, ладно. Но было бы круче, если бы на 3. Fire Aspect тоже более-менее. Но хреново то, что нету шарпнеса. Шарпнес это самое крутое, но ладно. Так, сейчас, дайте это выложим. Это поставим. Так, это выложим, это поставим, это поставим, это поставим. Это вот сюда, это сюда, это сюда. Все, круто, потопали. ТП П1. Нет, вар П1. Да, а то я уже, знаете, даже забыл нафиг вот эти, как у нас, телепорты называются. Так, секундочку. Это сюда и ставим вот сюда. Опа, новый портальчик. Ну, давайте, заходим сразу же, сразу же. Так. Сразу же в наш портальчик заходим. Ух, что тут нам искать? Вот монстры. Я не... 60 хп? Ребят, я, честное слово, не представляю, мне как-то стрёмно даже сюда падать, потому что я убьюсь, если... Ну, не убьюсь, не убьюсь, но все же много жизни потеряю. Ну, нормально. Бешеные зверюги, вы что там творите? Вы что там творите? Идите сюда. Ну, я их убиваю с трех ударов. С четырех, ладно. С них монетки падают. Вот вы... А, это саблезуб! Саблезуб, ребята! Саблезубы! Нифига себе, это... Это какой-то доисторический, что ли, мир? То есть, саблезубы, я там мамонта видел. Это нафиг большая улитка? Это Да, большая гигантская улитка, так и называется. А ну хреново, знаете, то, что сейчас Fire Aspect не работает, потому что ночью... не ночь, а день... What the fuck? Так. Ча. Ребят, у меня слов нету. Вещички? Ау? Да, это забаговалось нифигонько. Я сейчас, ребята, буду себе возвращать вещи. Я потерял их из-за бага. Потому что я сюда тпхнулся. Вот. Тут, где мы умерли, вот. И все мои вещички нафиг куда-то испарились. Что это за фигня? Куда мои вещи? Вашу... Ух, ладно, ребята, сейчас себе вещи буду возвращать. Ох, ладно, ребята, вот мы вернулись сюда на место. Я надеюсь, больше нас не убьют. Я вернул шмотки, которые я мог, и которые я вспомнил, какие у нас шмотки нафиг были. Это баг был. Ребята, не умирайте нафиг вообще в этих... местах, потому что это жопа какая-то, честно. Мне пришлось заново вот эти все вещи чарить и мне интересно, почему моя пушечка не стреляет. Ага, я понимаю, почему моя пушечка не стреляет. Сейчас я покажу, почему. Потому что... А это тут ничего не качается. Да кто меня пинает там? Вот эта фигня прикольная. Эта фигня прикольная. Иди сюда, вот этот мир нафиг, который...
не знаю, забаговался, что ли, что мне нужно было вещи себе выдавать, которые мы потеряли. Вот, я сейчас посмотрю, почему я не могу стрелять с той фишки, потому что у нас патроны нету. Патроны, которые у нас должны были быть. Так. Вот так, круто. Ух ты. Там черепахи какие-то или что? Давайте-ка мы себе патрончики вернем, потому что это жопа нафиг. А это, ну, я знаю, то есть... Да она не прям какая-то суперская, но все же. Так, сейчас, патроны нужно вернуть. Так, патрончики вернул. Ух ты, нафиг. Ребята, 250 жизней, так он нас... Ага, то есть вот написано, что он невосприимчив к урону от стрел, да, от луков. То есть его нужно вот так убивать. Ух, нафига себе, это что выпало? Айвори. Хм, это для чего-то нужно, айвори? Ну, это блок, в принципе, обычный. Не знаю, может и для чего-то нужен. Вот этих саблезубы, они такие шустрые, они прям бесят. Такие шустрые, что прям бесят. У нас уже практически третий уровень. Я не знаю, зачем нам уровень. Хотя знаю, зачем. Единственное, зачем нам нужен уровень. Так, сейчас давайте постреляем вот так. Ух ты, нафиг, это полезная вещь. Только она, мне кажется, скоро сломается, потому что сколько у нее там, 2000 использований, а если вот так мы будем фигачить, то она быстренько сломается. Поэтому нужно как-то экономить, можно сказать. Так, где ты, зараза, такая шустрая? Фу, гемы. Ребята, пожалуйста, скажите, зачем гемы? То есть, я уже разобрался, зачем монетки, да, вот, как мы их обменивали, и сейчас мы бронзовые монетки уже обменяли на серебряные монетки, это все... Ага, вот как они убивают, то есть, смотрите, если ты наступаешь на вот эту фигню, то ты умираешь, не нужно наступать на нее. То есть, с монетками мы уже поняли, да, то есть, меняешь одни монетки на другие, и потом за них ты можешь что-то себе покупать, да? Потом ты можешь себе что-то за них купить. Вот эта фигня урон наносит. А вот что делать с гемами, я, если честно, ребята, еще до сих пор не понял, что делать с гемами. Потому что они... Ух ты, сейчас, мне кажется, нам попа будет или нет. Вот этих сначала нужно убить, они такие прям бесячие, они убить могут легко, только вот с помощью этой фигни, которую они оставляют, какают на землю. И если ты на них... Опа, нам портальчик новый выпал. Гарденция. Ребята, нам портальчик новый выпал. Это круто. Иди-ка ты сюда. Мы, наверное, даже пофармим немного в этом мире. Потому что вы видите, что тут есть крутые разные штуки. Это мир какого-то юрского периода. Только без динозавров. То есть тут есть мамонты какие-то. Тут есть какие-то... Тут есть какие-то антилопы. Варп P1, да? Тут есть какие-то антилопы, и, в принципе, саблезубы и всякая другая живность, да, то есть другие какие-то монстры. Но все же... Давайте потопаем. Так, давайте сначала вылечимся полностью. А вот что я хотел, я не знаю, прыгать ли туда или нет. Ну, в принципе, то, что я хотел, это... Что тут нужно делать? Вот мы портальчик дропнули. То есть, смотрите, мы уже один портальчик дропнули. Но хотя мне кажется, что это уже не такие и простенькие порталы будут. Потому что, мне кажется, там уже намного будет все сложнее. В том смысле, что монстры там будут, ну, намного так сильнее. У меня есть такое ощущение. Поэтому еще в дальнейшие какие-то, в другие порталы, мне кажется, нам пока что не стоит идти. Нам нужно сначала хотя бы вот эти залутать. Видите, то, что и тут нас убивает. Но хотя, если бы я знал, что вот эта фигня урон наносит, я, если бы, честно, даже туда не вступил с тем в бой, или просто-напросто убежал бы как-то. А я умер, и плюс тому, когда вернулся, то мои вещи почему-то исчезли. И это хреново, потому что они исчезли, не знаю, почему они исчезли. А это, знаете, чем вот эта фигня крутая? То, что она массовая. То есть, мы можем стрелять в одного, но урон будет наноситься там сразу несколькими. Это, если честно, круто. А что мы вообще тут делаем? То есть, тут в этом мире, знаете что? Мне говорили, что в этом мире есть какие-то данжи. Есть какие-то данжи, не данжи, а монстры, которых нужно убивать, с которых падает вещь для призыва
следующего босса, да, то есть мы убили уже двух боссов за одну серию, помните, мы убили уже двух боссов, и сейчас нам нужно искать нового босса. Чтобы его найти, нужно как-то его призвать, да, и мне, в принципе, говорили, что в этом мире с какого-то монстра падает какая-то вещичка для призыва, ух ты, для призыва нового босса, да. Но эту вещичку нужно найти, хотя бы этого босса еще, не босса, а этого монстра нужно найти, с которого падает та вещь. А я, если честно, не представляю пока, с кого она падает. Так, а что нам выпало вообще? Ну вот это Айвори выпал. Нифига себе, у нас уже... У нас уже 4 стака бронзовых монеток. Ребят, это до хрена? То есть, ну, в принципе, один стак бронзовых монет — это только 3 серебряных. Это не так уж и много, как кажется. Но все же... Все же нормально. Так, вот эти саблезубы, они такие бесячие, мать их. Они такие бесячие. Террадон, новый монстр какой-то. Смотрите, мы его еще не убивали. Сейчас нужно его будет попробовать да иди ты сюда. Вашу нафиг, он такой шустрый, что это с ума можно сойти. Вот, зараза. Террадош, нет, он не пропал. Ага, мы, да, ну понятно, мы его не можем... Ух ты, нифига. Ну, а вот это уже динозавр, Чипути! Там портальчик какой-то новый выпал. Вы видели, Вы видели, что с него выпало? Так, дайте мне передохнуть. А мы его не можем, да, убивать? А мы походу еще маленькие уровни, да, чтобы его убивать, да. Мне кажется, так оно и есть, поэтому нужно просто-напросто валить. Это здоровило не даст нам себя запинать. Да дайте вы мне нафиг уйти, вот вы... Там еще какой-то новый... А, нет, это не новый, это мамонт, да? А прикольно, ну то есть такой себе мир, да. Есть разнообразие, есть различные монстры, даже прикольные есть монстры. Есть даже те монстры, которых мы еще убить не можем, хоть у нас уже 37 уровень. Вот эти, заразы. Большие, нафиг. Да дайте нам уйти, нафиг. Офигеть, вы прям... Так, все, идите в попу. Идите в попу, дайте нам уйти куда-то. А я не могу сюда забраться. Ой, ебуди-буди-буди-буди. Там еще какой-то портальчик выпал. Да, еще какой-то вроде... Да ваш... Ну идите вы нафиг. Ну, ребята, ну скажите им что-то, пожалуйста. Ребята, помогите. Ну что вы сидите? Ну просто... Ребята, помогите, может, мне. Скажите. Или помогите мне отбиться от них. А то они прям нафиг жестокие. Все, отстали. Так, ну этот портальчик — это вот этот мир. А, смотрите, что нам... ладно, сейчас. Так, вот, смотрите, сколько у нас монет. Потому что я забыл себе вернуть монеты, которые у нас там были. Мы же столько наменяли бронзовых монет. У нас там было около 50 штук серебряных монет. А, ну, они пропали, когда я вот тогда умер. И нафиг мои вещи прям испарились в ту же секунду. И плюс тому, смотрите. Какая-то новая пушечка. Ультра Кеннон. Very fast speed, use remains. Ну там какая-то... Ребята, мы новую пушечку дропнули, это офигеть. А, но в этой пушечке... Сейчас. Для этой пушечки нужны какие-то другие патрончики, чтобы она работала. Ребята, пожалуйста, друзья мои, скажите, какие патрончики нужны для вот этой пушки, да? То есть вы мне сказали, что для... Где она? Что для Boom Cannon нужны вот эти гранаты. Где они? А нифига себе, сколько мы уже их попортили. Вот эти гранаты, которых у нас уже осталось немного, да? Я сделал это действительно вот то, которая стреляет, да? А какие гранаты или какие вещички нужны для вот этого нового, оружия, да, которое мы только что выбили? Мне хотелось бы, если честно, узнать. Я буду очень вам рад, если вы мне вот это скажете. Где там? Кто на нас там бежит? Иди ты в жопу. Иди ты нафиг. А с кого мы вообще выбили вот эту крутую пушку? Я надеюсь, что она крутая, хотя, в принципе, я не могу узнать, крутая она или нет, потому что я еще даже... ею не пользовался. Мы вроде с того Тор... Ну, короче, вот того синенького динозавра, что ли, выбили. Ух, не хочу я туда идти. Там вот те монстры, которых мы еще пока что не можем убить.
То есть вот эти черепахи или кто это? Как они вот, как меня вот эти бесят нафиг? Они такие шустрые. Посмотрите. Пока их нафиг убьешь, то с ума можно сойти. Идите нафиг уже вашу. А они такие бесячие, что это с ума можно сойти. И все, у нас уже кончились патрончики, да? Уже кончились. Зато мы еще вот эти можем пострелять. Пиу-п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 иу. Постреляли? Да, нормально так постреляли. Иди сюда, иди сюда. И ты иди сюда, улитка нафиг, которая нас убила. Потому что если... Вот да, вот это фиг... Ух ты, нифига себе, сколько она урона наносит, твою... Ладно, ребята, знаете что, давайте мы уже будем возвращаться домой. Плюс тому сейчас будет уже рестарт сервера. Так, что мы добыли в этой... А, нужно посмотреть, знаете что нужно посмотреть? Нету ли тут Стивов? Нету ли тут Стивов? Я их так называю, при... Нет, нету. Жалко, что нету. Потому что с них... О, зом, нифига себе. Ух ты, зараза, даже не дал нам тебя убить. А, с этих Стивов... Ух ты, прям мне на голову прыгнул, зараза. С этих Стивов, точнее, в этих Стивах можно купить себе какие-то пушечки. Или не пушечки, какие-то, я не знаю, как это называется. Ну, короче, что-то у них можно купить. И они вот тут всегда спавнились, но сейчас их нету. Но сейчас их нету, поэтому нужно будет их где-то караулить, караулить и караулить. Опа, на тебе в голову. Попал. Опа. Попал. А вот этому попаду. Снайпер. Снайпер Эдисон. Попал. Попал. А, даже немного уровень себе подняли, но это такое. Нам нужно Стивов найти, ребята. Где они? Нужно их караулить реально каждую... Ну, каждую серию, не каждую серию. Но все же нужно их попытаться будет найти. Потому что, может, мы у них даже сможем что-то выменять. У нас там больше, чем 100 серебряных монет есть. Мы новый портал выбили, мы новые гемы выбили, мы новые бронзовые монеты выбили, мы новую пушечку выбили. Мы, в принципе, много чего выбили в этой серии. Если бы еще вот не тот случай, что... Не то, что тот случай, а вот это можно даже не случаем назвать, а багом. В смысле, баг, связанный с этим новым миром. Да, мы туда пошли, мы нам нас там убили. Ну, в принципе, как с другими мирами... А, это... Ну, в принципе, как с другими мирами, да, то есть как было. Если у нас в других мирах убивали, мы просто писали назад, телепортировались на место, где нас убили, подбирали вещи. Все. А тут нас убили, я думаю, ну ладно, сейчас пойду назад, подберу вещи и все, ага. Возвращаюсь назад и смотрю, пух, мои вещи почему-то куда-то нафиг исчезли, я не представляю куда. Ну ладно, то есть сейчас будем знать, что этот мир такой, и будем уже остерегаться того, чтобы нас там убили. Новый портальчик, кстати, выбили, нужно потом будет пойти. Вопросики. Вопросик первый в том, какие патрончики нужны вот для этой пушки, которую мы выбили. Второй вопросик. Какой следующий босс? И третий вопросик. Как с ним сразиться? Точнее, как хотя бы до него найти? Что нам нужно сделать? Убить какого-то монстра, чтобы нам выпала шмотка и скрафтить призыв? Или убивать каких-то мобов, чтобы босс призвался? Или еще что-то пойти? Мне нужна, ребята, информация о третьем боссе. Кто это? Я буду очень вам рад, если вы мне скажете... Мы же большая дружная семья, мы должны помогать друг другу, я тоже буду очень этому рад. Ребята, ставьте лайки, набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия, в принципе, как всегда, зависит только от вас. Когда она выйдет и, в принципе, если хотите новую серию, поставьте, пожалуйста, лайк, я буду очень этому рад, потому что лайки, действительно, ребята, очень большая мотивация, вы себе не представляете. Когда я вижу много лайков, у меня прям действительно хочется идти и делать новое видео специально для вас. Поэтому, ребята, не ленитесь, поставьте лайк и... Увидите новую серию, можно сказать, быстрее. Нет, это не Стив. А также оставляйте свои комментарии. Я очень рад, когда много комментариев. Есть многие ютуберы, которые просто-напросто не читают комментариев, не прислушиваются к своим подписчикам. И просто-напросто им пофиг, да, что они пишут. Но нет, ребята, я читаю каждый ваш комментарий и пытаюсь его, что-то с него брать для себя, да, какую-то критику или что-то еще. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я прочитал свой комментарий, просто напишите его, также постараюсь на него ответить. Вступайте в нашу банду крутых персов, все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться, я буду очень этому рад, если вы это сделаете. И, ребята, на этом мы будем уже заканчивать. Еще раз скажу, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.